Друзья, всем привет! Канарейки отсидели здесь первые сутки. Ночь переночевали, тут малыши. И вот я сейчас, посмотрите, в миске положил вареное яичко. И вон они вверху сидят, думают, идти или не идти. Сейчас давайте посмотрим, как это происходит. Кормление. Сегодня первый день самостоятельно, без мамы, без папы. Смотрите, как они прям охотно поедают яичко. Яичко куриное, домашние яйца, варил 10 минут. В книжке написано, если магазинные яйца, то варить надо желательно 15 минут, чтобы вдруг там сальмонеллез будет фабричных, у заводских кур бывают там всякие бактерии. Надо 15 минут варить. Если яички домашних курочек, то достаточно 10 минут. Можно присыпать это яичко одуванчиком, семенами, можно маком присыпать, зеленью разной. Ну, я вот сегодня дал вам сейчас просто дольку отрезал, как вот дыни, арбузы режем, и положил туда дольку желтка этого яйца. И вот думаю, сейчас быстренько сниму аккуратно. Их тут трое у меня, видите? Этот вот чуть боится. А тут смельчак покушал. А вот этот подворобушка прям кушает, и прям все хорошо. Вот он какой красавчик. Красавчик, да? Как думаете, кто будет, самец, самка? Говорят, малыши, некоторые мастера, опытные заводчики, умеют угадывать уже по посадке, по поведению. Но я вот пока не научился такому мастерству. Я буду ждать, когда запоет. Вот мы ему запить бы надо, да? Глотает как трудно. Сейчас я пойду одуванчик нарву, принесу сюда одуванчик, и мы посмотрим, как они будут зеленушку кушать. В плане зелени даю я и одуванчик, и птичий горец, и крапива, и потом бархатцы, подорожник, лебеда, щерица, много разных трав. Кушают они хорошо. Но сейчас свежий одуванчик пошел. Мокрица уже закончилась. А свежий одуванчик сейчас принесу, посмотрим. Надо уже попить ему явно. Сухомятка. Ладно, идем за одуванчиком. А посмотрите, как вот здесь взрослые самочки. Вон они, попрошайки, видите, попрошайки. Прилетели и заглядывают, что там вкусное. Все хотят яичко. Вон их тут солнце отсвечивает, ну вон видно. Продолжаем. Вот, друзья, я им принес одуванчик свежий. И еще вот хочу сказать, может, кому-то этот совет пригодится. Вот малыши первое время здесь сидят. Поилочка вот здесь... У них такого плана, заводская. Я переживаю, вдруг они еще не знают, что надо с этой поилочки пить. Потому как они с родителями сидели. Они вот с таких чашечек пили. С чашечек, видите, пили вот таких. Там удобно. А вот здесь, думаю, вдруг не знают, что надо пить. Потому что сейчас видел, как он желточек этот ел. Прям глотал так трудно. Я поставил дополнительную баночку. Ну вот тут баночка. Налил немножко воды. Ну, если захочет искупаться, то тоже будет хорошо. Там, кстати, витаминчиков сегодня намешал, думаю, пускай первый день. А вот смотрите, как происходит. Попрошайки прилетают с улицы. Это самочки, которые не замужем, скажем так. Вот они прилетают помогать. А здесь тоже. Сейчас фокус поймаем. Смотрите, опять этот канарейка, который как воробушек. Он тут первый зелень кушает. Он и одувает от самого яичка, смело ел, прям полный. Все, мне кажется, что это будет все-таки самец. Самцы, они такие более смелые, более напористые. Видите, он везде первый. Да даже вот по размеру, посмотрите, вот эти малыши мои. И вот взрослые самки тут. Попрошайничают где-то они. Хотел размер сравнить, когда рядом сидели. Они, малышня моя, даже крупнее. Вот так вот они одуванчики кушают. Вот видите, как отщипывают по маленькому кусочку, и все это съедается. Очень полезный одуванчик. Сегодня такая жара на улице, что смотрите, одуванчик только принес.
И он уже прям сразу раз так и опустился. Ну, можно было вымочить в воде, ну это все. Неинтересно, вот прям свежесорванный одуванчик предложил, кушают. Специально затеняю места затененные, вернее, поливаю водой, и там одуванчик у меня растет в грунте. Очень канарейки любят, и при этом, поэтому приходится под них подстраиваться, чтобы все у них было. Ну вот он как, да? Вот. А вот слева попрошайки, видите, видите, из крыши пришли, вон они, самочки. Ну я сейчас всем раздам. Сейчас пойду еще принесу, буду кормить всех, зелени. Друзья, всем пока. Обзоры будут у нас скоро снова и снова. Подписываемся, ставим лайки, пишите, пожалуйста, комментарии, пишите, пожалуйста, как вы кормите своих птенцов вот в первые дни, когда отсадились, что даете, какие предпочтения, что они любят, как они справляются, допустим, там, находят ли сразу кормушку, находят ли сразу поилку, потому что бывает, вот я переживаю, вдруг они там не знают, что там вода, хотя они очень смышленые такие. Да, все, всем удачи, до скорой встречи.